Здравствуй, любимый зритель! Это продолжение FFA сериала Sid Meier's Civilization 6 за Конго. Но если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео, ведь всегда лучше смотреть с самого начала. А всем остальным приятного продолжения просмотра. Египтянин, а сколько у тебя в Ракидете производства? Ну, очень много. Да, я тоже тут, ну, соточка, наверное, есть, да? Больше. Больше, блин. Он построил рурку в Ракидете, я просто смотрю, у него такие клетки тут вокруг Ракидета. Ага. Я даже смотрю, это просто жесть. Ну, повышение. При попытке сформировать скандал, отлично. Так, реформа денежного обращения. Но сейчас уже деньги не сильно. Вот пульс паровой машины. Средство камуса не только науку, но и производство. Я думаю, что вот это сейчас поважнее будет, чем пульс паровой машины. Так, теперь нефть добавляем. Меняем карточку на плюс, на скидки, улучшение юнитов. Ну, кстати, ребята, танки, я думаю, стоит ждать скоро от Алексея. Да я уже в танках, в принципе. Если мне не кажется, у него есть на его нефть и... Так, а что у нас тут? Танчики. Возрождение промышленной эры. Грек, что за своего шпиона дашь? Да, как-то... Ничего не надо. Жадобина. А ты там все равно что-то все сложно проворачиваешь. Все апнуто, что я хотел. Еще даже деньги остались. Вау. Может, пушки сделать пока. Мне все две пушки надо, кстати. Так. А где у меня тут вот? Как ты хочешь перейти? Эй, ты уже передумал перейти. Ну что? Чтобы ускорить выжженную землю. Ну, Дамфри покусать. Только Дамфри себе? Только он устраивает? Да. Огонь. Виктор. Да, брат. Ты как, ты видишь уже? Под Руаном видишь? Да все, все, сейчас я иду отдыхать. Меня Алексей сейчас будет избавлять. Алексей, ты можешь мне тоже отдыхать отправить? Классные ребята, играете. Ты проси египтянина, у него там куча производств, он вполне может тебя снести. Он что-то хочет, вон смотри, у меня тут компуса на плюс 8 есть, такую штуку. Совсем нет воли никакой. Ну, все равно много. Не, согласен, что много, просто когда сказал плюс 8, я на секунду замер. Потом такой, нет, это невозможно без карточки, да, я думаю. Надеялся на это, как минимум. Да, без карточки невозможно. Я так понимаю, что без карточки максимум это плюс 5. У меня нету больше других, как бы, чтобы больше было. Ну, возможно, нет. Возможно, возможно даже плюс 7. У меня тут есть место, где у меня кампус на плюс 5, сейчас просто за счет гор. И если я был Вильгеминой, и тут шла река, тогда, возможно, было бы плюс 7. А если там поставить этот площадь? А, ну если я бы поставил площадь, то было бы плюс 6. Да. А с Вильгеминой, ну, возможно, так, даже плюс 8. Плюс 6 это реально. Ну, то есть как-то реально. Теоретически возможно. Я тебе говорю про без карточки. То есть карточка это плюс 6 вообще норм. Не, без карточки говорю. Ну, на плюс 6 без карточки сложно. Ну да, это теоретически возможно.
Ну, то есть, типа, тут мне просто завезло с горой, так что она так расположена, что на плюс 5. Хватит ли у меня 6 армий танков? Вот вопрос. Ну, инвитус даже не в национализме. И, Андрей, ты понимаешь, что ты сделаешь? Не в национализме. Ну, если бы его дальше душили, я бы, может, и на малюках с другой стороны, честно говоря, тоже. Так а в чем идея дальше душить? Чтобы просто мы втроем не выиграли? Вот они меня не захватывали, понимаешь? Они меня тогда не захватывали. Вы бы кому-то не выиграли. Я считаю, что просто здесь грек и француз ошиб... Я не видел их территории. Ну, Invictus точно ошибся с войной. Вот просто, ну, ему расселяться, у него есть места хорошие. Вот просто ему не надо было воевать в начале. То есть расстелиться, развиться и нападать. А вот греку, да, греку надо было бы на кого-то нападать. Но в его случае, как мне кажется, скорее на Египет, чем на меня. Ну, это мое мнение, опять же, я не уверен. Я вот с Инвиктусом точно уверен, что он какой-то вармонгер стал и зря просто это сделал. Я не видел тебя. Так, я не понял, а где? Я не то объединил. Блин. Так, ладно, у меня еще есть вот ребята. Ну, она на воде, скажем так. Блин. То есть там ты был рядом, ну, относительно рядом. Ну да, я вот как раз одну плиту не снимал. Не, ну ты бы не убрал, сразу были стены. Да мне посмотреть хотя бы. Ну, тысяча город, 15 населения. Перебросим. Предложение. Нет, еще не ушел. Ты поверхность. А, ну и смысл мне тогда убирать эти. Я пока порвал на Египет. Если уже. На следующий ход скажу. Большой театр. Эрмитаж. Эйфелева башня нафиг нужна. Ну, не знаю, какие там еще чудеса. Касса де контрасьон, 3 повышения губернатора. Ну, в принципе, неплохо. А, с Парисиплэфи это не получится. Ладно, давайте Большой театр тогда. Потратим инженера на Большой театр. Здесь вернем улучшение. Зря только гонял. Так, ну, сейчас можно будет нападать, я думаю. Конечно, понимаю, Алексей, что ты в чем-то в твоих словах есть правда, что ну и что получилось, зачем мы даже, да? Это как я говорил, что ты вышел в танки, сейчас забираешь меня, и забираешь две высылки.
Ну так потому что ты не развился, у тебя нету развития. Как? Естественно, ты нападал на меня с 4 городами, в то время как у меня уже тогда было 7. Как ты себе вообще не дал никакого шанса, в принципе? Вдвоем у нас были шансы, а одному нет. Вдвоем были шансы. Да нет, тебе вообще, я не говорю, ну блин, тебе вообще не надо было нападать в принципе, не надо было строить армию. Ты потратил ресурсы на строительство армии вместо строительства поселенцев и городов. Я вот про это говорю. Там потом вдвоем, ну хорошо, вы напали вдвоем, вы смогли что-то сделать? Вы же ничего не захватили в итоге. Тебя бы мы остановили немножко, ты бы, может, так быстро так бы не так вышел. Так мы и так 15 ходов воевали, вы меня остановили? Да, Египет, давай, Союз. Блин, я забыл, что я хотел взять. А, войну объявлять. Инвиктус, может, военный заключим? Тебе там не поможет. Не, ну здесь армия танк поможет. Да, тут города за 2 хода падают, похоже. Тебе еще более-менее повезло, что у тебя нефть есть, это бы тебя что-то задержало, наверное. Как меня вот опять потом отсутствие нефти. Мне повезло? Понятно, что ты бы это точно рано или поздно сделал, но это вот еще каких-то ходов тебе парочку добавило, а мне вот приходится ждать. Хотя, Фантом, если ты там купишь одну клетку, у меня не близко. Не близко что? А там этот арта? Да. Приятно. Не, ну как бы, если я... А, ну, в принципе, я ж так и иду. Лоу. Не, ну, у меня не появится через 3 хода, поэтому, если раньше не можешь мне её дать, то ладно. Так, уголь есть. Не, ну, через броненосец все равно это дольше. Специально строишь, нет? Да, конечно. Где тебя... тяжелый. Чего? Бьет тебя рыцарь. Не пойму, что ты говоришь. А рыцарь у тебя есть? Карточки даже поменял шотландец, я вижу, упала защита городов. Ой, блин, карту не подвинул.
Да, вот тут уж у меня дороги нету. Шотландец, плохо. А ты R рядом с каким-то чудом поставил, да? Нет, просто. Просто хорошая земля. Так. Гарантия того, что я еще буду в игре, когда меня вынесут. Давайте мы Виктора пересадим. Перспективно. В Руан. Магнуса в столицу. А, сейчас подождите, я тут действительно рис вырублю сначала. Блин. Ладно. Грек, нет! Проведение диверсии. Губернатор. Что я тебе сделал, Грек? Плюс 5 получается. От чего плюс 5? От союза военного. Так, блин, так надо... Ты понимаешь, что сейчас я еще следующим ходом против тебя кризис получу? И все ваши плюс 5? Да, Андрюха, ты с самого начала жесть гонишь. Халецкий, у тебя там внутреннее море такое, да? Средиземное? Без понятия. Где? Ну вот между Руаном и Бокову. Между Руаном? Это озеро? Я и говорю, типа, такое Средиземное море такое. Нет, это типа озеро. Азовское. 5 клеток. Нет, ну просто Влад, вижу... мы будем союз делать? Я не исследовал, а тут просто много озер, значит, понятно. Ты мне кинул дружбу? Я не вижу. А, во, пришла, да. У нас с тобой был один шанс, Андрей. Это идти упороться в Харецкого. Ну я культурный предлагаю, или все-таки экономический? А, у тебя нет экономики. Культурный давай. Я культурный не устраивает. Да, ну бы там втором проиграли бы этого. Почему? Я... Вот у него были рыцари, я выходил в мушкетеры с ломбардами. Он пока... Я в мушкетерах, у меня один ход оставался до мушкетеров, я их специально не использую, не открывал, чтобы таран использовать. У меня... У самого этих мушкетеров выше крыши, у меня же мой этот уникальный юнит апается в мушкетеров. И что? Ну и ты мушкетерами, я мушкетерами. А я в защите стою, мушкетеры именно в защите работают, а не в нападении. Смотри, я, все равно у нас был бы шанс, если бы мы воевали. Во-первых, ты бы не развивался, ты бы вступил бы армию. Ты бы воевал. Египет, принимай кризис и... Египет, принимай кризис и пили крепко. Кризис против тебя. Гибкий, ты будешь тоже? Да. Египет, будешь кризис принимать? Должен. Блин, не слышишь? Да, давай тоже примем. Я не вижу, что его принимать. Ну, Грек не соперник, по сути. На караваны принимай. Ты посмотри, какой там... Что он делает? Во время кризиса все торговые пути между участниками дают плюс 2 производства. Я уже принял. Ну, дело в том, что мне Перикл, по сути, караванный получше к нему вводить в союз. Мне нужно его забрать, это будет еще лучше для тебя. Не, мне культурный союз очень много дает, я не хочу терять. Так ты можешь с другим его заключить, господи. Ну ладно, что мы уговариваем. Его города тут больше, чем твой союз. Мои города? Не-не, я говорю этому гитаре.
парни, а что за фигня? У меня великий этот пророк завязался, а получить религию у меня не появилось. Ну, выполни действие, она вылезет. Не, оно не вылезло, вот в том-то и прикол. То есть ты всеми все, что нужно, походил, и ничего не произошло? Ну да, я пророка завязал, и а тут как бы этот... А нажми просто на религию. А нажал, тут тоже ничего нет. Ты уверен, что ты его использовал, что ты там его... Да, 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 вот прям использовал его. Ну ладно, давайте на эксход подождем. Подожди, а ты... Ты Ганди, да? Да, я этот, индус. Ну давай подождем. Индус же может религию делать, по-моему, да. Не может только Конго. Так, а, не, пересаживаю. Все, парни, все норм. Появилось. Пересаживаю Магнуса так, в столицу. А вам разве кризис на Конго не вышел? Вышел. Против него мы не выполним союз, и он 20 ходов. Против него 40, и мы выполним. Подождите, а почему против меня вышел вам кризис? Эскалация милитаризма. Вармонгер ты, Алексей. Да нет. Оказалось. Да это не я. Тебе подкинули? Я его вынудил к этому. Да, мучил его всю игру, чтобы он тебя забрал. Я это видел наперед. Просто мой напарник этого не увидел. Инвиктус, если бы ты нормально развивался, на тебя бы никто бы не нападал. Я не видел ту землю, я все говорил. Я их не видел, не знал, что творится. Ты мне надо было разведчиком вверх пойти. Я пошел вниз. Ну, так получилось. Я не понимаю, как можно нападать на соседа, не видя земли. То есть, ты даже не знаешь, какая у тебя земля. Ну, ты нападаешь на соседа зачем-то. Что, он купил мою вторую клетку. Я хотел его забрать. Это была волшебная только что. Вот и чудо нашлось последнее. Я не понял, а почему я всю... мы в этом... Блин, я ровно в центре карты. Вообще трындец. Ровно в центре. Ну что, пойдем Окленд освободим, наверное. Фантом, подвинь своего дуболома около Окленда. Ничего себе тут горы, блин, у Грузии. Направо. Сейчас найду его. Нормально. Да, у Грузии, конечно, вообще... Ну так и у араба тоже. Ну вон. Да, да. Кампус 10. Если бы нормально, я город поставил нормально. Внутрь... Нормалин. Было бы еще больше кампусов хороших. Лагатма-то так. Там он так поставил, что у меня вот ну три кампуса, все, больше нету, кончились горы. Ну видишь, я не знал, как близко соседи, я понимал, что я могу вот этот... Нет, он два города не влезет. И как бы Каир-то у тебя тоже столица. Не, я мог бы Медину выше поставить. Так не, ну тут же от Каира надо отталкиваться. А Каир дает возможность на железе поставить. Город на железе. Так, как сильно? Там мы все равно кампуса нормально получились. Потому что... Минус 3,5 это нормально. Где железо? Ну вот, внутри вот этой моей идеального мира. Нет, я не про тот кампус, который на плюс 10, а про тот, где у меня чудо стоит и железо правее. Над Кутаиси. Ч
почему я окружаю вот так танками, прежде чем атаковать? Потому что, видите, идет. А, нету здесь. Ну это просто, видимо, не юнит, а просто район. Значит, на районы не действует. Слушайте, а на район, на атаке районов не действуют бонусы от атаки с флангов, да? Вроде должно. Ну вот у меня танки ничего не получают, просто базовая мощь и все. В это время военный лагерь у Инвиктуса, базовая мощь 55, плюс 6 от стен, плюс 6 совершенствования укреплений, плюс 10 от районов, плюс 8 от охраны дворца. В общем, серьезно так. Нормально. Фига себе, я вообще не пробиваю. А что это за это? 85. А? Там способность 85 пишется. Так у меня 96 танк против 85. Я должен какой-то урон наносить, нет? Там стены есть? Причем нормальный урон у меня на, ну, почти на 10 больше. Это за счет стен. Да, там стены. Ты лупишься просто в стены, но поэтому вот, походу так делают. А у тебя артиллерии нет, что ли? Да, сейчас подвезу. Хотелось просто танком нахрапом. Слабак. Лептей, почему ты не нападаешь вот этого лептей? Да чё? Щит, ребят. Ой, чё значит зачем? Ты города получишь. Ну, я не знаю, иди. Зачем мне твои города конкретно. Иди ты на него напади. Иди напади на него. Юби Вавилон. Это, кстати, нормальная тема, да. Или Вавилон, или Гатусу. А лучше оба. У меня без них науки не будет вообще. У меня ни одной горы. Ни у кого не будет. Они поэтому и хотят, чтобы ты их убил. Чтобы у них наука была, а у нас не было. Да, Алексей, у тебя-то не будет. Да. Так, откуда? Я с Вавилона имею науку. Откуда у меня будет наука? Сейчас мои 100 науки не будут. Потом игра разберет, а вы нет. Ух ты, 105 гвардейцы имеют. Это не своей территории, давайте глянем. 3 за 65 базовая, плюс 10 на том же континенте, Кармазин. А, ну здесь Виктор сидит еще. Ну так развернись. Да какой смысл? Блин, мне этот нужен. Кого убили? О боже, Грек, ну что ты Кванга будешь брать? Ну тебе нехер делать. Хочешь, я тебе вот так его отдам? Не, ну он построил флот, чтобы у меня Кванга захватывать. Серьезно. Население 3 жителя. Поставили кораблем тут и все. По-моему, оно того стоит, я не знаю. Конечно, стоит. Я согласен полностью. Поздно стал понимать, Грек. Я, блин, все понимаю, как правильно. Ой, что я сделал? Сейчас уже поздно, братенька, поздно уже. С другой стороны, мы бы с тобой все равно бы не выиграли, а Халецкий может выиграть. Чем мы ему на игру портить? А что подыгрывать? Где они мне подыгрывали?
Фантом. В каком месте они мне подыграли? Не, ну он рассуждает так, это чисто на уровне рассуждений. Не, подожди, а в чем проблема, не понимаю? Ну как, играй на свою победу. На чужую победу не играй. Я пытался играть. Меня... Если бы вы играли бы на свою победу, вы бы приняли военный этот кризис против Конго. Так они и приняли. Вообще-то. Я принял, кажется. В смысле, они не приняли, они против меня приняли. Они приняли против... А, в смысле, они? Не вы с французом? Нет, не мы. Так она... а им нахрена этот кризис? Против тебя принять, воевать. Чтобы что, они ничего делать не могут? Они что, пойдут всей армии, чтобы меня нападать? Араб там вон шотландца берет. Пока не факт. Но я очень сильно пытаюсь. Египта, ты там не хочешь помочь? Ну, в танке выйду, помогу. Мне не так нужно. Греку закончить игру. Я не вижу у тебя, египтянин, ни одной коляски. Я не знаю, или ты как-то их очень круто спрятал, что их не видно, или ты просто... А вот это проблема Египта, как оказалось. Не могу коляски. Они апаются в арбалетчиков. У меня нет колясок по игре. Да, я забыл про коляски, реально. Это отвратительно. Я не знал это. Ты не знал этого, да? Ну, вот да, обычно вот... такая информация дорого стоит. Слушай, я, конечно, Грек, не хочу тебя расстраивать, но фрегатами город 80 силы не берется. Знаю. Просто приплыл погадить, да? Ну, а что? Запретить ему, что ли? Святое право погадить. А вот. Где там у нас шарики? Ой. Ой. Убегай, убегай. Чуть сбежал. А, почти убил, а? Почти не считается. Повезло. Танки, конечно, хороши, ребят, очень хороши. Так, куда бы мне Каир как побежит? Ага, нормально. Нет, не нормально. Мне надо вот так, чтобы шла. Вся игра к этому сводится. Это выход танки. В Брюссель, наверное, стоит. Ну, это такая, я бы сказал, одна из основных мет. Или вообще в столицу давайте, в банду. Если в начале игры не воюешь, воюешь позже и... Так, в Вильнюс. Без выхода или в Вильнюс. Уже терхли в танк. Да когда про мушкетера говоришь, ты имеешь в виду мушкетера... А, шотландец. Рыцари? Шотландец, у тебя тут недалеко от моих границ стоит дуболом. Сдвинь его с этой клетки, пожалуйста. Спасибо. Так, а что у нас тут с победой культурой? А, нет, вряд ли. Так, кто меня тут... Станис, ты же не выходил, понял. Да? Да.
Да. Я пока ЧП пойду быстро сделаю до конца хода. Алексей, а окна будешь освобождать? Да, наверное. Да ладно, фантом. Убрал моих шпионов из Вавилона. Ах ты гад. Нет. Я понял. Чего дождь, фантом? Я перекупил его, потому что у меня по два посла идет. Со шпионами ничего не делал. Это мои проделки. А разве можно чужого шпиона убрать из города государства? Я послов имел в виду, послов. А. Ну да, это обычно такой фигней Индикус только мается. Чё себе фигней? Тактика такая. Это ерунда! Ну почему? Есть пополезнее вещи. Чё, какими? Особенно когда воюешь. Деньги мне сейчас не нужны. Например, уровень дипломатической видимости поднять. Мне и так плюс. Танцы. Вот еще больше. Инвиктус будем считать или можно воевать? Воюй, Алексей, воюй. Можешь убивать. Кого? Ну ты ж... Лицензию на убийство тебе выдано. Кого убивать-то? Кого захочешь, не знаю. Попнул. Слава богу, есть выбор? Освободить окно. Фантом, а почему я не могу быть твоим другом? Я тебя отправил. А у меня не открывается. Что, опять богомолы? Давай я попробую. Ой, я мог выстрелить. Да. Так, что мы тут берем? А вот и полководец подъехал. Возрождение промышленной эры. А у меня танки нового времени. Нафиг надо. Что он делает? Чуть-чуть. Одна штука есть, лишняя. Если я его использую, одна, то что он даст? Одного посла, да. Очень классно. Прям то, что я хотел. И Вильнюс ты под себя, фантом, да? Ну, по два посла. Сложно мне до шести закидывать, понимаешь? Ты как-то, по-моему, против меня играешь в этой игре. Так у него больше нет соперников. Ты? Обижаешь, Индиктус, конечно. Да, да, пошел всю карту. Это то, что ты не соперник, Индиктус, да, вот там люди еще играют. Я не понимаю, почему араб не может принести Шотландию. Потому что у него 1000 стрельцов и пикинеров. Сейчас на танках я его продавливаю. Скоро заберу. Принял, проверяй. Давайте мы отправим. Тебе нужно отменить. В Грузию. Это не работает. Ну я тебе еще раз отправил в Грузию. Не, нифига не могу открыть. Нифига? Да, я тебе пошлю. Дай мне и не бросай, это мне нужно тебя бросить. Так нет, ты кидал уже. Дружбу? Я тебе не кидал дружбу. Нет, галдишку одну. Галдишку кидал. I beheld. Зато нефть открыл. Один ход.
всем под Парижем. А ну-ка сейчас попробуй принять. Мне это не поможет, у меня срочно до танков 6 ходов. Да, наконец-то. Опять не могу быть одного. Я могу рассмотреть предложение. Виктор, ты не в ту сторону идешь. Да, нормально. Да. Да, не успеваю я тут ходить. Так, а Леон как сильно отваливается? Нормально. Выдюжим. Египет, а почему ты не хочешь на грека? А, у него, у тебя города его не нужны. Ну да. Как просто. Как можно такое забыть? Я просто удивляюсь, на самом деле. Хорошие города пропадают. Я бы взял, будь поближе. Да. Ну, вармонгеры. Египет, ты там как армию-то строишь? Конечно. Это больно сейчас будет. Вот. Ой, это очень ты. Зря. Так. Как так, Алексис? Ну вот так. Без шариков, потому что сижу. И я. А что это колонна транспорта делает вообще? Юнит ускоряет лечение соседней, дает юнитам при начале движения соседней клетки. Окей. Грех, ты страдаешь. Ты Спарту не поставил, это был роковой твой город, Грек. Вот не поставил ты Спарту. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь клеток столицы. Да, ох уж эти войны за выкуп клетки во втором радиусе. Ну, я помню, ты, кажется, воевал за лагерь недавно, пол игры. Это не я пол игры воевал, со мной соперник воевал пол игры. Потом мы с ним замирились. Ну да, до танка, пока ты его не убил. Или там даже раньше было. Нет, раньше было. Мы нормально потом развивались и вообще, ну, про другое же было. Это же я тебе говорю про Рим с Нидерландами. А, ну там бы я на него все равно нападал. Какая разница, лагерь, не лагерь. Надо в современные танки идти. Влад. Я. Там кинул тебе кое-что, посмотри. Как обычно, автоприем от Invictus. Могу тебе денег дать, Invictus, если что. Там кинул караваны на 30 дней. Это вы смешные люди, у него армии, танки.
какие деньги? Вы о чем говорите? Вы мне танки дадите? Нефть нужна. Есть нефть, у меня нету танков. 9 ходов до них у меня упало, ну. ПТ-команды кинули. ПТ-команды не работают, уже проверено. Блин, мне арту надо строить. Ну, вообще, и лабы надо построить. Авиация, конечно, работает. Конечно же, тоже. Воу, Ганди 280. Вау. Надо убивать ЕГЭшки. Я думаю, наступило. Хотя у него там тоже горта вроде бы и нет. А, ну, есть два тайла, и там по плюс 3, да? Да, я не очень понимаю, откуда столько науки. Ну, я могу предположить, что он везде проекты просто делает. Ни одного проекта за игру не делал. Ну, тогда я не знаю, откуда у него 280. Научный союз еще что-то дает. Не, ну, в любом случае, ГГшки пора убивать, мне кажется. Вам от этого только хуже будет, если вы ГГшки убьете. Нет. Тем, у кого хорошие компасы, уже не будет. Так, шарик купим. Фантом отпечатка есть видимость возле моей медины? Да. Какие у меня имба юниты появились? Мощные. Я так думаю. Сейчас буду душить. Блин, в Лиссабон надо отправлять. Что я тут взял? Содержание на вашей территории. Ну, в принципе, пока нормально. Ты решил, что наступило время? Да, самое оно. Лучше поздно, чем никогда. Что-то мне некуда художника использовать. Не очень. Так, где у нас тут еще раскопки можно провести? Да, вот что-то не видно больше.
Археологический музей в Мпинде. А это из Мпинды, чувак, нет? Нет, это, наверное, из Мбамбы. Тут археолога нельзя построить, странно. Так, надо в надо сначала в Уран идти. Два аэродрома. Ну тут три танка нормально. А что происходит с вредительной площадью врага, если я забираю у него город, который я построил? Он исчезает? Исчезает. Прикольно. Перестанется. Очень больно. Кстати, там у этого... У индейца, конечно, все очень неплохо. Жилому город сам по себе отваливается. Слишком много давления у него, только один город его поддерживает. Что там было, фантом? Где? Самоубийцы и броненосцы? Да не больно-то они самоубийцы. Просто качаются. Понял. Грек, нафига ты вот это вот все делаешь? Зачем тебе вообще в этой войне участвовать? Ну смотри, ты выносишь Перикла, а дальше мы что делаем? Какие у меня дальше шансы? Наверное, французы ты хотел сказать. По-моему, да. Ну, а участвуя в этой войне, у тебя какие шансы? Ну, вполне возможно, что ты остановишься. Так ты мне ничего не делаешь, ты просто, ну знаешь, как вот за попу кусаешь там вот. Неприятно. Но тоже неплохо. Кусаешь. Может, это и приятно, кто его знает. Просто надо же как-то играть, ну, пытаться победить, я в том плане. Он не может победить, Алексей. Он ну а почему ему того же француза не захватить, например, какие-то города? С тем же успехом. То есть я не. То есть это даже не тот случай, когда мы в тот раз воевали. Он просто как там плавает какими-то кораблями, что-то. По делу реально, если бы он взял, допустим, Вавилон, это было бы то посерьезнее, не знаю. Я был бы очень рад, если бы он взял. Общем, то есть я хочу, чтобы эти ГГшки падали, я готов денег за это дать кому-то, я не знаю. Я просто приплыву по жоп флотам их топить. Я просто Вавилон. Ну, блин, и что? Ну, дай мне денег, я убью Вавилон. А зачем? Сколько тебе нужно? Ну, кинь мне... Тебе чтобы люди не победили на изичах вообще. Почему бы его не убить? Что за вопрос?
Мне он не нужен, да? Он уже вам. Вы мои враги. Я его убью. Он сейчас нейтральный. Да он дает же все равно. Я вам еще говорю, мне он не нужен. Виктус, я тебе дам денег, я думаю, и фантом может тебя поддержать. Мне нужно 1000 сил. Я не поддержу. Меня устраивает существование Вавилона. Не, ну в принципе да. Алексей, не надо копать у меня артефакты, пожалуйста. Главное, не сжигайте его, а просто заберите. А, хорошо, вон там я выше. Ладно, не буду на твоей территории, понял. Ну да, именно на моей территории, пожалуйста. Я хочу себе там потом парочку артефактов. Сейчас найду, как там... что там было такое смешное? Ложка, по-моему, или что-то такого рода. Смешная ложка была? Нет. Помнишь, ты когда-то что-то такое очень веселое с названием нашел? Саладина. Что Саладин? События вышли. Классно. Слушайте, я вообще могу покупать же районы за Рейну. Я и забыл. А, только тут. Так, давайте мы Рейну в Руан пересадим. Виктора... в Леон? Помочь фантом арту, или у тебя есть своя? Не есть, но пока она идет, чем быстрее, тем лучше. Не, ну я пока выстрелить не могу тоже. Сорян. Отступим. Так. Да, значит, Виктора в Руан. Точнее, наоборот, Виктор в Леон. Рейну в Руан. Дальше повысим Амани. Архи воины, не знаешь, так типа очень тихо перемещаешься. Крадутся. Мастерская завершена, фабрику надо, амбар, ну, лаборатория тут, наверное, надо еще потом с десантом на Аюр плыть. Что за Аюр? Р? Ну, я не знаю. Ну, я понял, там где у тебя арбалетчики, но я туда планирую пойти, если ты хочешь себе там... Не, я поплыву заберу сразу после того, как этот город упадет. Будет чего-то через три, я думаю. Не думаю. Думаешь, дольше? Пока стерлинг захватишь, пока на воду спустишься, пока сады поднимешь, когда едешь. А кто мне тут? Да. Тут, наверное, какой-то шпион что-то меня разграбил. Да, ходов через 10. Ну, типа того, просто долго плыть, вот это минус. О, там чай есть. Я точно туда хочу. Там на самом деле место-то хорошее, я бы его даже заселил, не будет, если 13-й ход. А
надо было мне просто раньше шотландца пилить, и было бы все нормально. Я бы и остров засадил, и сверху там возле Иерусалима города оставил. Ну, видишь, там вот подались до танков, подались и ничего не нападали. Я мог на него напасть еще когда у меня было там где-то 10 мамлюков, а у него там 2 пикинера или там 3. Это было бы быстрее, наверное. Хотя, может, и нет. Ну, я какой-то момент просто думал, что надо идти на танках, потом подумал, что на танках, конечно, долго. Лучше все-таки не на танках пойти. Ну, а потом все равно вышел в танки, потому что выбора не было. Все-таки не хватает баланса в цели. Аэродрома. Мне мое место, оно просто ужасно не нравится между тремя игроками. Ну да, но если ты сидишь, просто развиваешься, то не нравится. Но ты должен исходить из того, что тебе досталось плохое место, значит, тебе надо кого-то захватить. Но ты же этого ничего не делал. Ну типа, на тебя напали. А? На меня напали? Да. Понимаешь, ты мог бы египтянина захватить без сопротивления. Египет, у тебя что по армии там? Да я у тебя никогда ничего не вижу. Что-то есть. Что, как мне кажется, уже вот сейчас, вот уже скоро там надо. Так, нет, смотри, я на первую помощь. А где у тебя армия? Спрятана. Очень хорошо. Кстати, да, прикол, конечно. Египет первой помощи, реально, армии его не видно. Так вот. Читер, абузер. Ой. Убегаем. Ау, я. Все-таки не понимаю, почему видишь. Ну это, знаешь, я тоже раньше думал, что в этом нету смысла, потом поменял свое точку зрения. Когда мне 10 игр подряд говорят, что у меня мало городов. Как так-то? Стрелять сюда еще пойди артиллерия. Две обороны. Смешно. Нет, Рейна должна сначала сесть. Прежде чем можно будет что-то покупать. Куиц. Давайте, наверное, демократию поставим. Пока уберем. Поставим минус 25% к... Там Виктор, что ли? Да. Так. Сверху? Да. Не, это не ну, надо. Да. Нет, Магнус. Давайте арсенал демократии. Слышь, первый слышь. Посол. Дальше. Нормально. Содержание юнитов. Дальше. Ну, по идее, пушка не должна, у нее 50 у самой. Правильной площади нет. Вот это. Давайте дополнительное золото, наверное, пока.
сделаем. На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!